Приветствую, девочки, мальчики. Глафира Абрамовна в телезефирах. Продолжаем серию «Ну что же подарить?». Я знаю, что для многих это головная боль, гастрит, понос и все остальное, все, что связано с выбором подарков. Один из вариантов. Подарите любому человеку, ну не маленькому, а уже взрослому, набор «Зингер». Так, чек вам не нужен, я думаю. Смотрите, какая красота. Во-первых, коробочка. Ничем не пахнет, правда. Коробочка прям симпатичная. Девчонки-рукодельницы туда потом могут цацки положить какие-нибудь. Сейчас выполняется Зингер не в Германии, а в Москве. Производитель пообещал, что вот это под крокодила из кожи. Будем верить производителю. Выполнен нож в Южном Сеуле. Коричневый цвет. Другого выбора нет. Но будем думать, что это крокодил ирландский. Буква Z. Зингер. И открываем, смотрим, что внутри. Открывать тут непросто. Не нажми, она просто открывает. Нажимаю. Ведь такая есть еще салфетулечка, чтобы вот ночами сидеть, натирать. Вот так? Нет. Что? Вот так. Что в набор входит? Стоимость, сразу вам скажу, 1700 без 1 рубля. У нас же в России все без 1 рубля. Ну, но зато самый, здесь самый полный комплект. Нашли, вообще... но на не по три. Да. Три, четыре и пошло-поехало. Пара ножниц для кутикулы. Мужчины, наверное, понять не имеют, что это такое кутикула. И прямые, чуть-чуть загнутые. Не прямые, чуть загнутые для ногтевых пластин. Усы подергать, кому на работе делать нечего. Брови там подправить. Или еще что-нибудь выстричь. Пилка с алмазным покрытием. Матерь Божья. Еще попробую вытащить оттуда все. Все надежно очень закреплено, поэтому дорогу можно брать. Самолет не берите, не пустят. Но алмазное напыление вообще напоминает такой набор из Советского Союза. Для тех, кто еще сам делает маникюр. Специальный инструмент для отодвигания кутикулы и лопаточка, хотя сейчас есть деревянные палочки, модно. Обратите внимание, что сори, проклятые рудники, что щипчики небольшие, очень аккуратненькие. Вот тут вот их надо ставить в одну штучку, закрепить, и тогда они будут пружинить. Собака! Тогда они будут пружинить. Но зингер должна быть острая. И еще есть... Ну, проверь, на чем. На чем? Порежу. Кого? Ну, вот. Не буду резать никого и ничего. Хотите сложить? Складывайте, убирайте эти. Ой, железячки стальные. Выполнены стали. И щипчики аж прикрепляются дополнительно, чтобы, не дай бог, выпали. Не дай бог. Куда-то ускакали. Ну, делаю все первый так, раз. Потом. Нет, не буду вставлять, потому что должно быть все в порядке. Так что те, кто еще сам любит поковыряться в себе, это самое то. Ну и такая штучка, ковырялочка. Я не помню ее правильное название. В комментариях напишите. Триммер, по-моему, он называется. Правильно. Отрезают кутикулы, которые... Вообще кутикулы нельзя резать. Он вот так просто делает. Да вот. Я знаю, как он делает. Он и уголки вырезает, и все. Да. По-моему, он в маникюрных делах называется триммер. Может. Вот такая вот радость. Ищите, обращайте ссылочку, где... Все это приобрели, вам дадим.
Желаю вам удачных покупок. До наступления праздничных дней осталось совсем немного. О, зато смотрите, как стильно. Стильно, модно, современно. Ну, и чашин так, я считаю. Как вы считаете? Складываете, кладете на полку. Красота среди бегущих. Я уже как Руслан Николаевич Стаценко стал разговаривать. Ну, а с вами была Глафира Абрамовна, которая плохого не посоветует. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, рассказывайте, есть ли у вас такие приспособления на всякий случай. Маникюрный набор. Хо-хо. Прям тут так написано. Смотрите на этикетки. Забыла показать. Эти изготовлены в России. В России я российской стали доверяю. Ну все, чмоки-чмоки в обе щеки.